Всем доброе утро. Сейчас у нас 8 часов. Погода сегодня будет вообще опупенская, потому что передавали 17 градусов. Сейчас идем, вообще теплота. Я в майке, в курточке тонюсенькой вообще. Хочется в школу? Да? Короче, вчера сидела вечером, пока кролик гулял. Лазила по группе «Преданное сердце». Это у нас гродненская группа. Они там собирают животных бездомных. Ну, короче, это приют наш. В итоге думаю, что я буду Мики рецепт выкидывать, если там еще две неиспользованных ампулы осталось. А там коты, собаки с капельницами, на уколах, на обезболивающих. Ну, короче, много всего. Думаю, волонтеру напишу. Написала, что типа могу как-то передать, потому что, ну, как бы покупать не буду, потому что, ну, сами понимаете, когда покупаешь неправильное хранение, в итоге потом носить это по городу, у нас жарко днем сейчас становится, поэтому не знаю даже. И написала, что если хотите, составляйте какой-нибудь пост в группу, какой-нибудь сбор объявите, либо еще что-то. Я повешу просто в свою группу, там 19 тысяч подписчиков. Вот. Глядишь, на что-нибудь, какому котику на операцию насобираем. Ну, как бы, чем могу, тем помогу. Вот, спрошу, какая помощь надо, если что, то просто купим какого корма или наполнителя, короче. Уже как бы смотришь с каждого по копеечке и глядишь, действительно кому-то поможем. Вчера выпускала эту конопушечку побегать выпускали, да? Спала на кровати полчаса, наверное. Короче, как котенок. Ложится, спит спокойно, не убегает вообще. Сейчас пока ходит, это все обнюхивает. Короче, тут у нас прям жизненно важные дела происходят. Пока не понюхает все, она вот так вот будет себя вести. И Мики также. Она все обнюхивала, потом уже только ее люди интересовали. Куколка. Моя маленькая. Такая смешная. А берешь просто там, как не знаю. Такая тоненькая, зато пушистая, капец. Она вырастет, будет чуть-чуть поменьше, чем Мики была. Так, это она уже там пошла компоты проверять. Компоты уже остыли. Сейчас поубираю их, блин, наверх. Потому что чувствую, что, блин, кто-то сейчас мне что-то там наделает. Что ты там делаешь? Ой, боже. Короче, у нас хоть немножко, но уже запасики появляются. Короче, вот, это у нас... Значит, березовый сок. Надеюсь, он будет стоять, если я его там правильно прокипятила, фиг его знает. Но я там его сильно не кипятила, в принципе. Вот. Этот тоже светлый, просто там мультиварка сзади стоит. Вот, короче. Такая вот красотища. И хочу в этом году побольше сделать клубники, черничного варенья, если будет все нормально с черникой, и вишневого компота. Поэтому надо будет где-то вишню купить, клубнику на рынке, и будем запасаться. Короче, пью кофе, сейчас сижу, решаю, короче, что-то тут это с этим рецептом, надо будет как-то его передать. Вот, в группу, короче, закинула посты, что нужно вообще этим животным, там, боже, там что такое. Я думала, как бы корм, наполнитель и прочее, а там антисептики, всякая фигня, короче, для обработки. Короче, просто я в шоке, там такие посты, что офигеть. Короче, скинула 10 рублей белорусских. Вот, потому что хотела, поначалу, думаю, в магазин схожу и, ну, этим малюткам, щенкам там, либо котятам, допустим, там вот они куриные спинки там покупают и прочее, прочее. Вот, поэтому, думаю, как-то затариться, но потом думаю, блин, как бы это где-то хранить надо. И как бы так, возможно, просто, ну, как бы мясом помогают и всякими там шкурами и прочим. Тут некоторые фермеры, это насколько вот я знаю, просто слышала где-то такую штуку. Вот, наверное.
А как бы деньги нужны всегда, пусть даже, не знаю, на какую-то операцию, либо стерилизацию, как они тратят. Короче, ну, пока по возможности вот так вот скинула просто десятку. Плюс рецепт отдам. Потому что сейчас на Мике много денег тоже ушло, поэтому, ну, сильно пока нет денег разбрасываться. Поэтому, если кто-то из Беларуси хочет помочь, я их номер счета выставлю под этим видео. Поэтому, если хотите, то помогите им. Ну вот. Либо заходите просто в раздел ЕРИП, благотворительность, преданное сердце, Гродно. Ну, либо там вообще по регионам есть много чего. Если с карточки, допустим, и просто даже просто рубль белорусский, это уже будет для них что-то значить. Поэтому, как бы, Мики пожертвовала своим рецептом. Кому-то лекарства эти пригодятся. Ну и плюс еще сделали хоть малюсенькое, но доброе дело. Все, короче, я уже приехала на Щорса. У меня вообще по плану было 3 квартиры, но я на одну не успеваю. Все, приехала я уже на квартиру. Ого, блин. Прям романтик у них тут какой-то. Офигеть. Ничем не пахнут. Обычные. Прикольно. Вот, приехала на квартиру, значит, зашла, купила 2 булочки с маком. Одну уже по дороге съела. Так сильно есть хочу. Сейчас сделаю себе кофе с булкой. Попью. Короче, буду убирать вон за этими, туда дальше, короче, там, где низ работает, вон недалеко, где стройка вот эта, короче, вот так, красота, здесь вообще шикарный вид, мне нравится, круто. 7-й этаж, ну, короче, тут по факту как бы 8-й этаж, потому что на 1-м этаже стоматология, ну, вот красота. Все, короче, надо, блин, приступать за работу, потому что в 2 часа тут люди. Сейчас чайничек накипятим. На квартирах стараюсь всегда как-то вот воду слить, чайник промыть, потому что фиг его знает. Иногда бывает, какую-нибудь хрень и нальют. Поэтому страшновато. О, кран новый. Я уже давно так не была здесь. Уже забыла, что такое чайники электрические. Не знаю, на днях куплю. Наконец-таки. Прикольно, прикольно. Надо только его помыть, а то какой-то грязненький. Ну, вроде более-менее. Не сказать, что грязно. Вроде чистенько, наушники заряжаются полностью, раз это разрядились. Короче, тут в основном пропылесосить. Пол помыть, вторая комната, наверное, вообще закрыта. О, круто. Короче, значит, работы где-то на час. Меньше даже. Ой, красота, красота. Супер. Позакупоривались. Я уже почти все. Знаете, весь прикол в этих уборках заключается в том, что вроде смотришь, да, чистота. Вон плита какая чистая. Но порой стоишь, просто оттираешь вот такие вот микроштучки. Потому что даже это важно. Это очень важно. И я вот такую вот фигню мелкую вижу просто за километр. И это так порой бесит, потому что, блин, я могу плиту вот так вот стоять, не знаю, минут 20 отшаровывать. И кажется, вот тоже. Да блин, вообще под микроскопом рассматривать. Нет, нифига, будет вот такая вот. Тут докапываешься просто до каждого. Даже вот этот кран, его просто вот так вот не оставишь. Его надо все равно натирать средством, которое типа для блеска вот этой вот фигни. Поэтому все серьезно. Тут квартира драется как бы микроскопически. А не просто, допустим, там как, не знаю, дома пол помыл и забыл.
Кофе, блин, сахара насыпала столько, что просто пипец. Не могу выпить его. Осталось, короче, мне ванна и пол протру. Сейчас еще чайник этот помою. И все будет. Тоже так вот полочки. Оно со временем стоит, оно тоже становится пыльным. Поэтому периодически надо вот что-то вот так поставить, вроде какую-то крошечку микро вымажут. И надо протирать. Вот так вот. Так что все. Буду дальше убирать и домой. Все, квартира готова. Забираем свои манатки, мусор и уходим в магазин, домой. Короче, две квартиры, блин, как-то тяжеловато без привычки. Фух. Так что все, закончила наконец-таки. Выпускала сейчас эту красотку погулять, вон там выглядывает. Сходили с ней на улицу, так чисто на ручках, туда и назад. Да, про тебя говорю. Так она прибежала и бегом сразу в туалет. Вот что значит, блин, у заводчиков брать. Короче, значит, оладушки купила. 4,72. Оладьи картофельные с капустой. Так, сметана. Была сметана, я ее не покупала. Так, дальше, значит, йогурт Денису. Чипи колбасу. Блин, поналаживаю всякой фигни. Хлеб. 1,5 килограмма сейчас этого салата, винегрет. Вот, взяла много. И Полине вот такой вот йогуртик. Ну, ничего особенного. Сегодня хочу сесть заняться с иголками, своими резинками, что-нибудь поделать, поэтому готовить не хочу. Мои поедят, значит, оладьи, я поем просто салата. Вот. Смотрите, какой красивый салат. А какой вкусный, господи. Я сейчас попробовала. Аж, блин, аппетит нагнала себе. Короче, я тут потихоньку убираю. Вот. Достала салат, сейчас поем. Вот, разморозила такой довольно-таки немаленький, где-то 1,5-2 килограмма кусок мяса. Вот. Хочу замариновать, сделать шашлык. И также плюс еще у нас... Даже не знаю, наверное, не достану. Короче, вот эти вот. И все это вокруг, это ребра. И так как они у нас как-то не особо идут, ну, супы просто мало варим, то я это тоже замариную. Шашлык, короче, сделала. Ребра не все ложила. Наверное, куска 3 где-то так. Короче, фиг его знает. Тут кастрюля 4 литра, по-моему, если я не ошибаюсь. Короче, огромная. Завтра, наверное, перед Дениса приходом я пожарю на мангале. Как раз сутки постоит, настоится это все. Маринад очень вкусный получился, поэтому должно тоже вкусненько получиться. Все, отправляем это настаиваться. Полила я, короче, цветы. У меня была такая старая тюль, короче. Ну, короче, до пожара мы ею пользовались. Она чистая. Блин, что за такое? Против света. О! Короче, я ее разрезала и повесила сюда. А ту предыдущую выкинула. О, вот так даже получше видно. Но все равно как наклоняю. Сейчас яркости. Короче, вот так это сейчас у меня выглядит. Полила цветы, компот пока поставила в сторонку. Буду за ним наблюдать. Достаточно прокипятило или недостаточно. Всего ли хватило или не всего. Короче, через пару дней, грубо говоря, узнаем. Вот. Так, эта кастрюля наш типа чайник. Временно. Я себе уже разогрела кушать. Полина тоже сидит там, ест. Короче, у меня 4 драника с капустой. 3 кусочка сыра и салат. Салат еще Денис остался и наложила на обед. Это у меня сметанка. Поэтому все. Кто кушает, всем приятного аппетита. Может так полдня, наверное. Я телевизор смотрю. Красотка моя. И так вот валяемся. Убирала.
чего хотел добиться сандалин. Вот, принцесса целый день. Что ты знаешь? Я тут тихо встречу, пока она спустила. Но сидеть, не спрягающаясь. Все ничего не ожидаешь. Как котенок вообще, слушай. Я не помню, дедуля. Если ты не вспомнишь... Мы кушаем сушеное яблочко. Вот так вот. Вот так. Еще пока маленькие зубки. То она тут еле-еле справляется. Капец, вообще ручная, ё-моё.